сейчас нахожусь на фестивале «Столицы запрошую». Я считаю, что это очень хороший фестиваль, потому что дает возможность начинающим танцорам развиваться и испытать весь вот этот вот, скажем так, весь кайф выступления на сцене. Я всех приглашаю на следующий год от имени, скажем так, жюри этого фестиваля. Не бойтесь, приходите, участвуйте. Я уверен, что все получится. Самое главное, как говорится, начать. Глаза боятся, а руки делают. Интересно, конечно, тяжело с одной стороны судить людей, оценивать их, потому что понимаю, что может кого-то не заметить, чем-то обидеть. Но приглашают, это прикольно. Ну, вот на таком событии я второй раз. А вообще приглашают на обычные батлы, ну, у нас в России. Запрошит принимает 4 страны участия: Россия, Белоруссия, Молдова и Украина. Качественный состав растет, география фестиваля расширяется. Очень радует, что фестиваль «Столица приглашает» стимулирует творческую деятельность вокальных и хореографических коллективов. Приятно, что благодаря этому мероприятию расширяется кругозор участников, устанавливаются новые контакты и, конечно же, происходит обмен опытом.